Потому что такая трансляция лучше рекламируется и продвигается Ютубом. В данный момент.
Привет. Боже, какой же имбалансный герой. Так не люблю стоять против Ясуан. Максимально консервный герой. Он может идти со счетом 0-10. И в один прекрасный момент просто начать убивать всех на карте. Просто в один прекрасный момент. Просто потому, что это такой поломанный герой. Как бы ты ни выкачивался, сколько бы ты левелов не перефармливал, он все равно тебя убьет. Абсолютно поломанный герой.
Ну, еще пару дней посмотришь стримы и накопишь. Но я бы тебе советовал копить на випку, если она тебе нужна. Ты же знаешь, что это такое випка? Блин, он выжил. Но что-то думал, залетать в меня или не залетать после того, как нажал ульту. Думал, и в итоге залетел. Смешно выглядело. Аурелион Сол 0.3 в миду. Я Со 2.8. Блин, люблю, когда вот эти вот персонажи с таким счетом заканчивают катку против себя. Ты получаешь какое-то удовольствие. Вместо Аурелион Соло не хватает Катарены какой-то. Еще бы лучше было, если бы Катарина с таким счетом заканчивала катку. А то одни только задроты на этих персонажах. Вместо Соло Вейгара? Не-не-не, Вейгара можно контрить легко. Вот Катарины всякие, там Зеды перефармленные. Вот так бы в каждой катке.
Ясуо 6200 урона. Красавчик.